Чинь приехал во Францию из континентального Китая. Уже год он учится на факультете психологии. Он посетил концерт Чинь Юнь в городе Клермон-Ферран. По-моему, представление прошло блестяще. Оно действительно отражает традиционную китайскую культуру. При этом артисты делают все так, как должны делать. Мне очень понравилось. Творческий коллектив «Шиньюнь Перформанс Артс» посредством китайского классического танца и музыки возрождает на сцене 5000-летнюю культуру Китая. Сегодня популярно, когда смешивается большое количество неестественных элементов, поскольку значительная часть концертов включает слишком много коммерческих и других вещей. То есть представления такого рода не являются традиционными. По моим ощущениям, именно классическое представление без различных примесей отражает подлинный Китай. Оно позволяет зрителям прочувствовать высокий профессионализм. Чинь говорит, что концерт Шинь Юнь действует умиротворяюще. Здесь нет громкой музыки, оставляющей в душе дискомфорт. Лично я предпочитаю такую мягкость и спокойствие. Это дает людям ощущение душевного подъема. Я ощущаю, что это истинная классическая китайская культура. NTD, Клермон-Ферран, Франция.